Вот отлично висит. Так, это гибрид. Пришла стайка штук 50. Еще вот это вообще малиновая прям. Огненный прям. Время 5 утра. Едем на ловлю птиц. Сегодня градусов 20 на улице. Вот все, подъезжаем мы уже. Дорогу не видно. Луну видно. Нет. Вот, короче, 28 подъехали. Сейчас пойдем место посмотрим. Вот куда-то туда. Меченую темноту. Он, красный глаз горит чей-то. Кабана. Короче, вот место. Здесь подсолнухи. Здесь поставим. И здесь сеточку. Это подсолнечко. В поле все. Вот видно, птица лазит здесь. Следов вообще очень много. Еще чьи-то вот следы. То ли козы, то ли кого. Вот поставили сеточку. Ланков приготовили. Сейчас расставляем. Вот так вот связали, да и... Там прилетел первый щегол. Вот это все поле подсолнечное. О, есть кто-то. Кто-то по низу попался сейчас. Может, щегол даже. Штук 8 села. Он туда, наверное, не видно, наверное. Вон они сидят. Пришла стайка штук 50. Везде расселись. Там поймалось штуки 4, наверное. Охренеть. Где-то сотка там. Так на скидку. Стайка упала. Здесь чечки есть. Пока ничего особенного не вижу. Есть? Снегирь поймался даже. Лети давай. Свечка здесь. О, вон тот вообще классный. Так, это гибрид. Вот еще тоже гибрид попался. Такой, ну это самочка. Сейчас чайка попьем. Надо опять идти выпутывать. Пойду прогуляюсь, посмотрю птиц. Какие здесь что летают. В основном вдоль подсолнух, вон там на деревьях, вот здесь сидят много всяких. Видел там чеч, снегирей, чижей, дубоноса. Очень много птиц всякой. Некоторые говорят, куда птица делась зимой. Да она вот на таких полях. Здесь просто ее тучи. Семечки оставляют, специально вымораживают. А птица здесь кормится. Поют, как весной уже. Везде всякое поет. Здесь семечки просто не заканчиваются. Дятел он даже летает.
Вот они потрошат подсолнухи. Здесь он везде. О, здесь даже воробей. Да ладно? Воробушек попался. Сейчас я тебя отпущу сразу. Эх, ты не хочешь улетать сразу. Воробей нормально, даже не путается. О, еще воробей. Еще вот это вообще малиновая прям. Воробушек. А, это чечка была. Там вон куча чеч. Опять самочка. Такая. Вот этот хорошенький. Вот отлично висит. Вот этот крупняк. Вообще огненный прям.